Ой, ну какие молодцы, а? Как хорошо собирают-то, а? Ну ты только посмотри, чистенько, аккуратненько. Прям все. Пропустил свеклу одну. Ну ничего страшного, ничего страшного. Даже я так не могу собирать. Ну это же просто чудесно. Ну вы такие. Она сажает еще. Она сажает. Ты смотри, но... ты просто посмотри. Она аккуратно на шефте прошлась. Ничего не потоптала. Собрала пшеницу. Потом снайпер 52-5-0. Это еще один новый наркоман Петрович. Он аккуратно свеклышку собрал. Потом смотри, аккуратно ее рассадил. Ну чудо! Чудо, они наркоманы Петровичи. Давайте дальше. Следующие грядочки. Ася, ты собираешь вот это. Ты собираешь картошечку, а ты снайпер 25-50. Собираешь морковушку. Морковку аккуратно, это любимая вот эта овощ Кати, ее не потопчи, самое главное, давай. Вот не разносят полдеревни, молодцы, молодцы, хвалю. Так, дальше, где другие? Пошли, пошли, давай в другую сторону. Вы все пособираете, все посажаете и можете потом отдыхать. Давай, снайпер 25-50, ага, не расслабляйтесь, пошли. Мадмуазель, вас подбросить до ближайшего, кафе? У нас есть ближайшее кафе. У нас есть ближайшее кафе. Давайте, вас если подбросить, давайте запиндюхивайтесь. Ну так ты поближе подплыви, я ну, тебе чё это? Ну ты прыгни, чё куда поближе, дай подпрыгни просто. Тоже мне джентльмен, блин. Господи, повезли. Жопа ленивая. Так, следующий пункт назначения — это наш рыбацкий домик. И ты здесь... Глянь, рыбачат. Свежую рыбку для Михуила ловят, для Елены и для Петьки самосвала. А, ну ты посмотри. Это у нас Андре и мистер Овервотчер. Это тоже еще один новый наркоман, Петрович. Ты смотри, я видел то, что уже кто-то иглобрюха вытащил. Молодцы, Кать. Нашим любимым занятием занимаются и даже вместо нас тресочку и лососика свежего вылавливают. Ну, а мы их даже не просили этого. Вот Андре вообще мой любимчик. В смысле Андре твой любимчик? Почему? Он лучше всех ловит рыбу, я смотрю. Ну, я не знаю, как лучше он ловит или не ловит, но вы молодцы. Все, что словите, потом выложите вот в бочки. Кто-то, кстати, что-то уже редкое словил, там, удочку какую-то или книгу. Мистер Овервотчер что-то словил. А ну, давай выброси сюда мне. Что словил? Удочку. Удочку словил. Где удочка? Дай поплыл за удочкой, ты смотри. Он бросил удочку на дно океана и потом сам же за ней уже вот это нырнул. Молодец-то какой. Ладно, ребята, продолжайте. Смышленный парень, смышленный. Все умные, умные. Так, все, продолжайте ловить, Катя. Поплыли в другое место. Давай, давай на кладбище. Пошли туда. Так, а что на кладбище у нас там? На кладбище тоже наркоманы Петровичи занимаются важными делами. Давай, поплыли туда. А кофеманка моя любимица. Она вот уже второй день подряд кормит Чебурака, и потом за ними же их какашки в их же будке собирает. Любимица, она обожает наших всех питомцев, Катя. Да мы даже столько не кормили Чебурака и бабу Чебураку, сколько она уже покормила. Я это просто чудесно. Я просто в шоке. Так, давай за мной, не отставай. Следующая точка нашего назначения — это кладбище. Я не зря тебя сюда позвал, Катюха, потому что оно у нас прям очень сильно заросло. А надо, чтобы все здесь было по красоте. По красоте самое главное. Поэтому здесь у нас еще один новый наркоман Петрович Браун. О, короче, коричневая сова, если перевести на русский. И тоже мой любимый наркоман Петрович, новый латте. Как кофе. XXX латте, да. То есть они косят тут траву ножницами? Смотри, ножницы скрафтили даже не руками, а ножницы скрафтили и ножницами собирают аккуратно траву. То есть все, что здесь заросло, они просто ее скашивают прямо сейчас. Это про... У меня нет слов, насколько вы молодцы, ну какие же вы хорошенькие. Господи, я вам честно скажу, даже за всю серию у меня ни разу не появилось желания кого-то из вас убить. Ну, просто, когда мы записывали со старыми наркоманами Петровичами, у меня такое желание каждые 20 секунд появлялось. А тут ты посмотри. Так, не сглазь, главное, все. Да, они в любом случае рано или поздно все испортятся и станут такими же, как старые наркоманы Петровичи. Такой же, как ты станут. Ну, да, но пока что... Молодцы, посмотрите на него. Так, ну это хорошо, это главное пользоваться моментом. Сейчас они нам всю деревню, весь наш город в порядок приведут.
А пока они будут приводить весь город в порядок, у меня там, Катя, запланирована одна небольшая встреча. И я хочу тебя пригласить на нее. Тройное свидание, можно даже так сказать. Пошли. Какая встреча? С кем ты сейчас собрался встречаться? Ну, сейчас, подожди. Сейчас мы придем к тому самому месту. И я тебе все покажу. Ёперные фантомы эти... Школу! Наши животные! Школу наших детей раскромсала! Так, так, а, еще имел... Возле нас был мелкий мертвый утопленник зомби-игр с трезубцем, который из него чуть ли не выпал. Ты строю перестраивай, эту школу перестраивай давай! Да я проверила детей, все живы или нет, потом перестроим. Куда ты меня ведешь? С кем у тебя свиданка, а? Да на самом деле не важно, с кем у меня свиданка, держи золото. Вот, пошли вот в эту сторону. Господи, что здесь происходило-то? А здесь-то почему 4 трезубца валяются? Ладно, короче, мы уже, Катя, с тобой на самом деле очень близко находимся. Нам надо подойти. Ты себе женщину новую нашел, да? Какую женщину себе новую нашел? Че ты несешь? Ну так, ты просто идешь меня-то познакомить меня с ней, да? Так сказать, чтобы все прям по чесноку было хорошо, да? Так кто там сидит? Просто сиди, стой здесь и наблюдай. Так, подожди. Она повелительница пауков? Если это твой друг, то хотя бы познакомь нас. Короче, ты Ксюха, ее Ксюха зовут, это тоже новая наша. А, Ксюха, отлично, Ксюша, приятно познакомиться, это твой новый парень? Да, а ты... В смысле да? Да, успокойся, мать, успокойся! Ты принесла то, что я тебя просил, да? Выбрасывай тогда, давай сюда, на стол. Это что такое? Повторяющий командный блок. Катюха! Так, Ксюха, ты не против, я твоего дружбана зарублю? Ага, давай, руба. Кать, это настолько редкий предмет, который практически вообще невозможно вот это найти в Майнкрафте. Возьми, но только самое главное, на землю его не ставь. Так, хорошо, выглядит красиво, квадратный, светится почти. Что это? Выкинь сюда обратно. А сейчас надо избавиться от свидетелей. Ксюха, ты ничего не видела. Иди сюда. Просто, она ничего не должна знать. Давай, иди сюда. Что происходит? Это сейчас вообще что было-то? Короче, все. А кто такая Ксюха? Слишком далеко все зашло. Надо поставить точку. Я просто спрошу тебя один вопрос. Ты меня бросаешь? Я тебе... Ты читала комментарии под предыдущей серией выживания? Читала, там пипец. Ах вы пипуки, собаки, сутулы, это отписка. Мне очень жаль с вами прощаться, но я вынуждена от вас отписаться. Вы поступили подло. Вы вообще самые плохие ютуберы, которых я только знаю. Дизлайк, еще дизлайк. Если бы я мог поставить 100 дизлайков, я бы поставил 1000 дизлайков. Ну и вот это да, все вот там. Да, мы все поняли, можешь уже наконец-то прекратить. Именно вот такие комментарии. Там сколько? 60 тысяч комментариев. Больше. Больше, чем 60 тысяч комментариев под предыдущей серии выживания. И это все только из-за того, что мы... Проучили старых наркоманов Петровича из-за того, что мы произвели троллинг. Мы миллиард раз говорили, что это троллинг, но никто не понял, что это троллинг. Слишком сложно, походу. Даже когда мы в серии говорили, что мы сейчас будем делать троллинг, никто не понял, что это будет троллинг. Видишь, какие мы молодцы с тобой? Кстати, смотри, это у злого Жорика наконец-то арбалет сломался. Все, он больше не злой, он нормальный. Ну, наконец-то, ты теперь не злой Жорик, а тетя Валя какая-нибудь, консьержка. Все, Жорик, но это не значит, что ты должен пропускать всех в наш отель. Только тех, кого я тебе скажу. Пошли, Катя, сюда. За мной. Я тебе предлагаю прямо сейчас все, что здесь находилось. Вот здесь же находился вот этот бар Константина. Бар Константина. Да. Я все же предлагаю в этой серии помириться.
со старыми наркоманами Петровичами. Мне кажется, мы им преподнесли вот это хороший жизненный урок, чтобы они у нас больше никогда не воровали наши изумруды и алмазы, а? Чё скажешь? Ну так, конечно, мы же и не собирались их на самом деле выгонять. Это был просто проучающий такой, обучающий троллинг. Поэтому да, мне кажется, уже пора возвращать. Поэтому будь хотя бы иногда полезной такой же, как и новые наркоманы Петровичи. Я сейчас костью в тебя кину. Иди домой, притащи мне один рычаг, притащи мне один крюк, притащи мне еловое бревно, притащи мне еловые люки, притащи мне люковые бревна, и вот это вот все остальное, и горшок самое главное притащи. И все притащи, что нам нужно здесь будет для того, чтобы мы сейчас полностью перестроили новый усовершенствованный бар Константина. У нас нет еловых бревен, к сожалению. Есть в сундуке! Одна жопа тут, другая жопа там. Побежала домой, давай Эх, быстро. Эх, блин, не получилось обмануть. Сейчас приду. А я пока все это уберу и поставлю сюда тот самый повторяющийся командный блок. Я тут, я все принесла. Надеюсь, ничего не перепутала. Люковые блоки, блоковые елки и вот это все. Ага. Ну тогда все, давай выбрасывай вот сюда на бочку, и мы с тобой, Катюха, приступаем к новому вот этому бару Константина. Давай. Рычаг, плита из гладкого камня. Так, это у нас еловое бревно, крюк и горшок. Не знаю, что за набор такой странный, но надеюсь, тебе это поможет. Ну тогда прямо сейчас мы с тобой, Катюха, приступаем к постройке. И честно тебе скажу, про то, что я сейчас здесь построю, вот у тебя ну, просто отвал башки у тебя произойдет прямо сейчас, когда ты все это увидишь. Подбери, пожалуйста, самогон, банана, изумруды и все, что там валяется. А у меня место закончилось, нифига себе тут у него запасы были. Так, ну, все-таки объясни мне, пожалуйста, что это за керамика какая-то. Реально на керамику похоже. Какая керамика? Блок этот, смотри, короче. Я возьму плиты и начну выстраивать здесь новый бар. Да отойди ты в сторону уже, господи. Так... Вот так он здесь будет находиться. А, еловые люки ты взяла? Я тоже просил принести. Конечно, взяла, просто я тебе не стала их выкидывать, вдруг они тебе не нужны. Их мы поставим вот сюда. Потом крюк сюда, один рычаг сюда и самое главное горшок вот здесь. И сейчас, Катю, просто одна попытка, угадай, что это такое. Самогонный аппарат. Я не знаю, как ты угадала с первого раза, но да, смотри, что он делает. Это что за каша пшённая льется? Это пиво, Андрей. В реальном времени. Ты посмотри, что можно сделать в Майнкрафте. Отойди отсюда! Для этого я и попросил вот этот командный блок, который мне Ксюха притащила. Смотри. Ты просто... Жидкая пшёнка. Это пиво, Андрей! Никакая не пшёнка. Ты просто на секунду представь, как офигеет вот этот Константин, владелец этого бара Константина, когда вот это увидит. Да у него просто отвал башки будет. Все, надо его скорее звать тогда уже. Ну так ты подожди, это только начало. Вот это моя инженерская постройка. А все, что здесь будет находиться в дальнейшем в баре Константина, Катя... Все за тобой. Твое дизайнерское решение. Давай, приступай. Ни слова больше. Мне нужно буквально 10 минут. Буквально последние дизайнерские штрихи. Это мы вот сюда пиндюлим. Это мы вот сюда пиндюлим. И последний куда-нибудь вот сюда пиндюлим. Готово. И можно еще вот сюда люк и сюда люк. Давай, закрывай их. И ты только посмотри, какая красота. Да мне кажется, то что сейчас даже бар Константина в два раза лучше, чем тогда, когда в первый раз был. Да, мне кажется, еще света не хватает. Как-то темновато тут, тебе не кажется? Да нормально, да потом куда-то повесим еще вот этот, допустим, фонарь повесим куда-то, ну я не знаю, вот сюда, вот так, все. И красота самая настоящая. Так, ну а вот сейчас надо сделать как-то так, чтобы наркоманы Петровичи зашли на сервер. Так ты это, напиши им куда-нибудь, пусть заходят, скажи им, что их сюрприз тут ждет. По-любому сразу же завалятся. По-любому. Так, ладно, сейчас напишу и будем ждать, когда они сюда зайдут.
Сколько это времени уже прошло? Я не знаю, может, ты им там неправильный IP-сервер написал, а? Проверь. Да я все правильно им написал. Сейчас они зайдут, 100%. Подожди немного. Да не заходят они, я не знаю, что ты им там накаляков? Скажи, что я, ну, обиделись, наверное, поэтому, наверное, не заходят. Сейчас, подожди, сейчас они зайдут, я уверен, 100%. Напиши, что там прям грандиозный подарок, им точно понравится. А? Сработало? Ну, я же говорю, что кто-то 100% зайдет. Не все, конечно, зашли, но хотя бы 3 человека. И прямо сейчас они находятся на первом этаже. Короче, Катя, давай тогда спустимся и потом покажем, что мы здесь перестроили. Наркоманы Петровичи! Привет! Вы извините, что я вас так без спроса всех созвал, просто у меня к вам здесь дело небольшое есть. Так подождите, я без броньки! Да, да, успокойтесь, господи, успокойтесь! Так мы же наоборот прощения! Амочка, ты меня бесишь! Так мы прощения наоборот пришли попросить! Успокойтесь на секунду хотя бы! Костя! Угомонитесь, убери лук свой! Блин, мы же вас не просто так позвали! Я бар Константина перестроил! Да, и я тоже, между прочим, помогала! Там теперь такая красота! Это правда, это правда, Костя. Медленно, он твой, он больше не будет баром голубого медведя, он будет твоим. Медленно, на шифте, идите за мной, Костя, закрой глаза, обернись вообще в другую сторону, обернись. За мной, Костечка, за мной, давай, еще ближе, и давай, на счет раз, два, три, поворачивайся. Ему точно понравилось. Костя, погоди, смотри, я покажу. Отойди в сторону. Костя, только самое главное, смотри, чтобы ты в обморок не упал. Катя. И не обкакайся. Давай, включай, Катя. Смотри, что у нас тут есть. Жидкая пшенка. Это пивандрий. Пивандрий льется с бочки, Костя. Ну вот ты, вот разве ты мог себе такое построить в своем баре? А я тебе построил, Костя, видишь как? Не, ну правда, ребят, мы что-то лишканули с этим троллингом, правда, он слишком жесткий получился. О, самогон банана, все как старые добрые. Ну все, тогда держи, Катюха, арбузик тебе, выпивай, закусывай, давай. Давай, погнали. И сразу арбузик. Ага, ну я не голодна, спасибо, за арбузик потом съем. Итак, это чего-то у меня скорость 2, отлично. А, так, моя очередь, Катя! Фух. Ребят, можно считать то, что мы с вами помирились, а? Это чё? Это чё? Это наши изумруды? Они мне выкинули примерно 7 или 8 стаков изумрудов! Ну вы нас тоже простите, мы были под сам... Ага, ясно. И они, походу, нам вернули наши же сворованные изумруды, которые ты у меня своровала, которые я своровал у жителей, которые они своровали у нас, и сейчас мы воруем у них наши изумруды. Так, все с этими изумрудами уже пора завязывать, пусть они будут общими, хорошо, пусть лежат на складе и все. А ты, Отончик, еще крылья отдай сюда! Это мои крылья, я тебе не разрешал их забирать. Сюда на бочку гони. Ага, без спроса взял, смотрите на него. Все! Бар ваш, отель ваш, всем остальным наркоманам Петровичам тоже пишите, чтобы они сюда приходили и отмечали, заново, можно сказать, новоселье. Да, конечно, у нас тут завязалась история. Банан, как обычно, за свое. Бухает.